Сегодня мы будем делать, украшать вот уничек такой вот на подарок. Для этого нам понадобится такая вот мешковина, бусинки, веревочка. Вот такого вот плана бусинки на леске. Очень красиво и интересно смотрится. Ну и, естественно, бантики. Как же без них? Вот. Мешковину надо разрезать, чтобы вазончик задекорировать. Ну, где-то приблизительно вот так. И начинаем с бантиков. С бантиками мы закончили, теперь можем добавить вот такого вот плана бусин и немножечко обычных бусинок. Вот такое чудо комнатное у нас получилось.